Это своего рода мастер-класс по заявкам трудящихся. Ну, вообще заявка была одна. В общем, вот это белая мыльная основа, я ее взвесила заранее и изначально записала. Вообще я всякую хрень такую записываю, дабы не забыть, что куда клала. Тут 160 грамм. У меня внезапно поступил заказ на банное мыло. Вообще не знаю, реально это заказ или девочка постебалась. Ну да не суть, я решила все-таки попробовать сделать банное мыло. Почитала в сети, что, зачем, почему. Ну и попутно просто какой-нибудь эксперимент для самой себя. В общем, надо порезать мыльную основу. В данном случае белую мыльную основу. Покидать ее в мисочку. Я надеюсь, это видно там у меня в фотоаппарате. Вообще первый раз записываю мастер-класс. Без понятия, как это должно быть. Так что, если что, сильно не ругайтесь. Мисочку лучше брать микроволновка устойчивую. У меня тут из толстого стекла специально для микроволновки. Пластиковые они когда как. Некоторые сразу дохнут, некоторые еще более-менее живут. Но у меня очень много пластиковых баночек. В самом деле, точнее мисочек, ушло в небытие, провоняв кухню мне всякой химической непонятной фигней. Лучше более мелко порубить, тогда оно побыстрее расплавится. Основу я покупала на сайте Юкосу. Потом дам на него ссылку. Довольно хорошая основа. В общем, все это действует. Я сейчас поставлю в микроволновку где-то на минуту средней мощности. Пока оно тут есть. Сейчас я попробую сделать просто видео, что у меня тут. Я взяла брикпиховое масло. Кстати, покупала в Фиксе по 44, что ли, тогда. Оно как раз специально для этого сегодня открыто. Вот здесь у меня кипрей средней ферментации, мелко порубленный. Практически весь мелко порубленный. Тут 4 грамма, 2 чайных ложки с горкой. Это эфирное масло лаванды. Тут у нас, ну, где-то, может, с треть чайной ложки глицерина осталось. Это эфирное масло мяты. Кстати, тоже в Фиксе покупала. А это эфирное масло шалфея. Это коробочка из-под кожаного красного моего кошелька, на котором обычно стоит фотик, когда я делаю обзоры. Ну, тут чайная ложечка мельхиоровая, может, посеребряная, точно не уверена. Это одна из формочек, в которой будет у нас мыльце. Пакетик от мыльной основы мы уберем. Кстати, вот мешочек, в котором лежал кипрейчик. Ну, тут еще формочки, моя запись. Ну, и вот у нас как раз пикнула наша микроволновка. Сейчас я открою обзор. И, надеюсь, там уже мыльная основка потопилась. Вот. Мыльная основка еще не совсем стопилась, поэтому я прибавлю еще минуту. Обычно у меня около 100 грамм вполне себе утапливается за минуту средней мощности. Вот это, кстати, весы. Те самые, на которых я уже все свесила. А это у нас мед. Вот как раз наши пасеки. Она, в принципе, сейчас малюсенькая, там где-то 5 или 6 ульев. Я думаю, в одной из экспериментов сегодня положить ложку меда. С медом я еще не делала мыло. Но, надеюсь, будет ничего так. Тут две формочки-звездочки. Девочка, которая у меня
сейчас ВКонтакте в друзьях. Если меня смотришь, привет тебе, Аня. Она сказала, что понравилась звездочка, и я хочу сделать одну мылозвездочку, и, может быть, ей послать, если она изъявит желание такое счастье принять. Надо, наверное, было что-то взять, в чем это все смешивать. Давно я не занималась этим, пока открою хоть баночки, чтобы время потом не тратить. Как раз вот сейчас-то я надеюсь, оно растопилось. Моя нога потеряла так. Да, вот сейчас оно вполне растопилось. Такая белая, давно уже белая, снова ничего не делала. Сейчас я покажу это поближе. Вот такая вот белая жидкость, если так можно сказать. И сейчас мы в эту белую жидкость будем кидать. Что я ее сюда сниму. У нас там хотелось сначала. Так. В общем, как я почитала в интернете, это можно использовать в роли красителя. Поэтому сегодня не будет ни настоев, ни каких-то там пищевых красителей. Вообще можно несколько капель пищевых красителей добавлять и размешать. Кстати, забыла достать свою палочку волшебную. Вот тут чуть меньше чайной ложки у нас будет косметического масла облепихи. Надеюсь, видно. Привет, камера. Вообще я размешиваю обычно деревянной палочкой, бамбуковой, скорее всего, от роллов. Очень удобно, кстати, ей мешать. Сейчас, пока у нас это не застыло, надо побыстрее это размешать. Потому что уже начинает покрываться пленочкой. Ну, а пленочка это уже, ну, не очень хорошо. В общем, сейчас оно размешивается. Не знаю, что за основа была на сайте, где я смотрела, что оно окрашивается в желтый цвет. Не особо оно окрашивается на самом деле. Вообще на 100 грамм мыльной основы советуют не более 10 капель эфирных масел. У нас тут 160 грамм. Я думаю, по 3 капли эфирных масел вот самое то. Лаванда. Капаться не хочет. Вот ровно 3 капли лаванды. Это у нас что? Это шалфей мускатный. Три капли. Надеюсь, от него. Нет, нет, не окрышечка. Так. Это эфирное масло мяты. Тоже 3 капельки будет. Ну и надо было, конечно, раньше вскрыть, наверное. Хотя ничего, так быстро вскрылся. У нас еще что-то осталось от облепихи. Это глицерин жидкий. В аптеке продается где-то около 15 рублей стоит. Ну, довольно дешево. Мы его сюда выливаем. Тут даже где-то, ну, около 1/4 чайной ложки будет. В принципе, ложку можно уже сюда засунуть, потому что она особо-то сейчас не пригодится. Все суну в мойку. Мы все перемешиваем. Нет, уже пахнет таким гибридом масел. Одну звездочку оставлю. Ну и сейчас мы сунем сюда кипрей. Не знаю, правда, что это будет.
Может, это будет у нас такой скраб, скрабирующее мыло для бани. Советовалось на 100 грамм 2 чайные ложки, но мне что-то кажется, это будет многовато. Я тут делаю, не знаю, видно или нет, как я сыплю. Сейчас мы это тоже перемешаем. Обычно я кладу траву вот сюда, потом заливаю мылом и через какое-то время ставлю в морозилку. Ну или какой-нибудь там еще украшающий элемент. В общем, растапливать эмульную основу лучше в микроволновке, так быстрее. Где-то на 1-2 минуты средней мощности. Там уже просто сами увидите, как до готовности дойдет. И лучше все-таки в стеклянной посуде, которая специально для микроволновки сделана. Потом добавляете краситель, несколько капель, либо настой травы, либо еще что-то такое, эфирное масло, до 10 капель на 100 грамм основы. Может, там цветы, кофе, чай, еще что-то такое. Глицерин. Лучше не больше 1 чайной ложки, хотя в интернете много что пишут, но мои эксперименты выдают мне все-таки на поменьше чайной ложки ложить. Да, кстати, сейчас на мне эта вот помада Ивановская, не знаю, видно или нет, с моего последнего обзора по каталогу. Вот мы все тут перемешали. Сейчас я буду аккуратно заливать кружочек. Попросили круглое. Ну, учитывая, что у меня лапы трясутся. Тут у меня совсем чуть-чуть осталось. Я думаю, сейчас может даже прозрачная основа сюда положить, просто для разнообразия. Поэтому я вас пока покину ненадолго. Думаю, вы не будете скучать. А вот и я. У меня тут в таком черном пакете прозрачная основа, купленная уже в Угличе за 300 рублей за 900 грамм. Она подороже, чем на Юкису, и она, мне кажется, несколько не настолько хорошая, как на Юки. Сейчас чуть-чуть мы его отрежем. Все, я телефон включила на время записи. Знаю моих родственников, которые всегда любят не вовремя звонить, но они не знают, что это не вовремя. Надеюсь, сейчас никто не названивает в панике, что с телефоном что-то не то. Вот, значит, кусочек, кстати, надо его взвесить, чтобы уж совсем знать так. Вообще, изначально надо было взвесить. Дает он нам 25 грамм. 25 грамм, кстати, вот, не знаю, рекомендуется так делать или нет, но я практикую. Если у меня остается что-то там мыльное, и оно уже почти немножко затвердело, то я могу добавить еще что-то и поставить микроволновку еще на минутку. Кстати, сейчас помою руки, ибо они немножко уже мыльные. Так, что тут у нас по времени еще 14 минут. Ну и вот покажу я поближе эти мыльные эксперименты. Они тут застывают. Капелька еще капнула на досочку. Досочку делал дедушка. Тут у нас остался кипрей. Я, правда, смутно представляю, как эти эфирные масла с медом сочетаться сейчас будут. Но эксперимент же все-таки проводим. Сюда вот надо, наверное, будет камеру сдвинуть, чтобы более-менее все было видно. Ну, опыт тоже опыт, так сказать, любой опыт. Бутылочку пока выкинем.
Где-то тут у меня была крышечка от нее. Так, возьму еще одну досочку, а это сдвину. Пока. Была крышечка и куда-то делась. Да ладно. Это прозрачная смола. Тут как раз она готова. Сейчас она уже пожелтела немножко. Подозреваю, это просто масло. Облепиховое. Кверху поднялось. Сейчас мы ее все-таки немножко помешаем. Возьму чистую ложечку. И добавлю слегка меда. Вообще без понятия, сколько надо меда сюда ложить. Тут где-то чуть меньше половины, но хотя если с горкой, то половинка. Получается, половинка ложки меда. Палочкой ее счищу, чтобы она побыстрее растворилась. Как бездумная, я трачу свой мед. Вместо того, чтобы его с чаем пить, добавляю в мыльную основу. Тоже в мойку. Ну, я думаю, теперь можно это перелить в оставшуюся дозочку. Сразу холодной водой заливать не советую. Однажды я так испортила мисочку. Правда, она не была стеклянной, но была ближе к стеклу. В общем, пока у нас тут чуть-чуть застывает, я немножко приберусь. Берем это. Мисы у меня находятся в пакетике всегда. В принципе, потом они, возможно, нам пригодятся просто взвесить, но это не принципиально. Весы в основном можно только чтобы для более точного рецепта и исполнения заводить. Тут тоже мойку. Там вывернула обратно. В чем белая основа у меня теперь больше нет. Осталась только прозрачная. Ну и сейчас мы их покажем вам. Мы это, то бишь я. Вот оно в сочетании с белой, оно, может, не сильно фотоаппарат придает, но оно все-таки немножко желтее. Так. Стоять. Не падать. Теперь это можно поставить в морозилку. Потому что оно более-менее застыло, и когда его будешь приносить, оно не долбанется. Морозилки, конечно, предварительно лучше освободить место было. Ну то уж так. Иди сюда, мой. Хочется сказать, пакость, люди. Кстати, его крышечку нашла. Если вас смущает моя кухня, не смотрите это видео. Все, лишний мусор мы убираем. Вообще, это пиалочка из моего чайного набора, который был в кусочке обзора про чай. Белая.
Обычно хватает, ну, минуты 2-3, чтобы оно более-менее замерзло, и потом достаешь его, и оно так, если силиконовая формочка, то пшик, и само вырезало. Ну, судя по тому, что у меня на доске уже чуть-чуть так застыло, пара капелек мыльных. Попробовать их помыть, что ли? Интересно, шум воды записался или нет? Сейчас мы проверим, то заодно. Ой. Оно еще мягкое. И у меня тут еще есть 7 минут. Я думаю, люди, если будут смотреть до конца, то придется им проматывать. Я бы, наверное, устала это смотреть. Хотите, как можно пока выкинуть? Даже вот так. Другую сторону. Вот а стена с календариком, с картинкой из янтаря, с фигнюшкой деревянной, где обычно будильник стоит. Я его сейчас убрала, чтобы он сильно не стучал. Штучку деревянную дедушка делал. Ну, шкафчик, в принципе, тоже там мои магнитики. Вот здесь еще одни мои магнитики. Там полотенце, которым обычно голову вытираю. Вот вид с этой стороны. Конечно, можно было бы записать отрезками, но я, извиняюсь, как-то разучилась монтировать. Мы смотрим на мыло, на мое. И сейчас попытаемся проверить то, которое в холодильнике. На самом деле оно еще чуть теплое. Вот такое вот. И еще несколько мягкое, не совсем затвердело. Хотя я подозреваю, что из-за количества масла оно может быть даже и будет несколько более мягким. Но обычно это делается вот так вот. Это вот открывается, и оно само выпадает. Я предлагаю пока убрать вот это вот обратно туда, а то достать. Для эксперимента. Это более затвердило, хотя тоже еще теплое. Но мы его потом обратно уберем, это круглое. И вот это мыло. Делается это вот так. И вот такая вполне интересная звездочка мыльная, блестящая. Вот. Если вы досмотрели меня до конца, или вам хоть чем-то было это интересно, спасибо. Пока.